Говори, что у тебя на уме. Я истребил чудовищ в саду. Плати. Что случилось, мастер Герланд? Пришел за своими 80 оренами? Вот они. Мы сговорились на 100. Не помню такого. Мы, конечно, немножко выпили, но моя память меня редко подводит. Так, послушай-ка. Хорошо. Вот твои деньги, псих ненормальный. Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью в пьяном виде. Но нет, он настаивает. Ты меня пугаешь, мастер Герард. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно уж. Но не забудь рассказать преподобному, как я тебе помог. Этот пес что-то ищет. Берегись иголок и хинопса, щеночек. И что ты сторожишь? Ну ладно, ты мне тоже не нравишься. Oh, my God.
Thank you.
Наконец-то! Я боялась, что ты уже никогда не придешь. От этого места у меня просто мороз по коже. Ты вина принес, как я просила? Ой, спасибо. Теперь мне не так страшно. Так что, ты покажешь мне мельницу? Конечно. Я покажу тебе все, что только захочешь. Ну, дам нужно пропускать вперед. Ой, мне, наверное, не стоит этого делать. Я могу испачкать свое платье. Не бойся. Ведьмаки умеют справляться и с этим. Смотри, куда прешь, идиот! Что такое? На старой мельнице снова монстр. Надо бы ведьмака нанять или мага какого, чтобы посмотреть. Да разве же их найдешь, когда они нужны? Поживем, увидим. Монстр не волк, в лес не убежит. Зачем людьми рисковать? Thank you.
Будь здоров. Абигайл продает отлично. Надо бы корову подать.
на службе. Плохи дела. Дождь все идет. Чем могу помочь? Потом поговорим. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Будешь драться или смотреть? Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Никакого вызова? Потом поговорим. Не сейчас. Никакого вызова? Еще что-нибудь? Пока. Что привело тебя сюда? До встречи. Thank you.
Дороги размотаны. Чего ты хочешь? Чего ты? Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. До встречи. Говори, что у тебя на уме. Чудовище в округе есть? В деревне часто такой вой поднимается, что у меня молоко сворачивается. Еще что-нибудь необычное? Туман около трактира был один раз такой густой, что я заблудился. Добрел до домика ведьмы, а там был здоровый зверь. Смотрел к ней в окно. Что еще можешь рассказать? Да кто бы осмелился смотреть, господин? Я не ведьмак. Я развернулся и припустил оттуда так быстро, что чуть ноги позади не оставил. Но он был здоровый, как лошадь. И от него дым шел, и искры, как от очага. Пока.
теряю время.